И мы считаем, что главная битва всей Второй мировой войны была здесь, под Москвой, когда впервые с 1939 года Францию завоевали немцы за 18 дней, точно за 14 дней и ночей. А тут оказалось, что разбитая Красная армия, которая потеряла 3,5 миллиона пленными и 1,5 миллиона убитыми и ранеными, из 28 тысяч танков осталось 2 тысячи к октябрю 1941 года. Вдруг эта армия встала и придала импульс движения всем прекрасным союзникам Великой Германии, Австрии, Болгарии, Венгрии, Румынии, Италии, Испании, Франции, Финляндии и всем остальным замечательным, толерантным и воспитанным людям. Битва над Москвой, московское ополчение 41 года. Под листопада или шепот палевый, под осени волшебной торжества, уходит на войну Москва Цветаевой, уходит Пастернакова Москва. И Ригины, и Дуды, и Гелеровские, торжественный и неумелый строй, и затихают улицы московские, наполнив ожиданием воздух свой. Уходят из страны и опоясаны веселые, смешные чудаки, и затихают поля и ясени, и двери, и трамвайные звонки. Уходят неуемные и скромные все, получившие звание солдат. Ведь сказано, вставай, сторона огромная, садовая Пречистенка Арбат. Уходят не за званием, не за славою, а потому что стало нелегко. Уходит Богданович за Куржавою, Варшавкин, Домбровский, Михалков. Ведь те, что были прежде перебили, силы не хватило, веры и ума. Ведь против нас сегодня идет Эшелена, и Вагнер, и Бетховен, и Рима. Идут колоколами, догадками, и вот санскритовские права. И будут их гонять подряд моим танками, они в контратак шмазер рвать. И мерзлая земля от взрывов мятая примет творческие пути. Идут, но все же в марте 45-го Берлину в ополчение